Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Що потрібно знати про розсіяний склероз, аби не втратити час і не втратити можливості вчасно полікуватися? Саме з цим питанням звертаємось до гостя, який прийшов до нашої студії. Олександр Кальбус, доктор медичних наук, завідувач кафедрою неврології Дніпровського державного медичного університету. Пане Олександре, раді вас бачити сьогодні. І справді така тема, яка хвилює багатьох, і мало хто про неї щось знає. Здравствуйте. Тож, з приводу розсіяного склерозу, що це за хвороба, як можна розпізнати її, чи можна розпізнати ось так, просто на око? На самом деле, проблема розсіяного склероза, вона актуальна не тільки сьогодні. Более двох, в общем-то, полутора столітті известна дана болезнь, вона була описана в 1868 году Шарко впервые. Очень многое изменилось с того момента. Но что же это? Это остается загадкой на сегодня. Причины рассеянного склероза на сегодня не ясны, но суть заболевания сводится к тому, что в мозге образуются вследствие аутоиммунного процесса определенные бляшки, так называемые бляшки рассеянного склероза, которые нарушают проводимость между структурами нервной системы. Что дает это в результате? В результате человек может получить абсолютно различные симптомы, будь то нарушение движений, нарушение чувствительности, нарушение координации. Очень часто страдает зрение. Клиническая картина, она не идентична у всех пациентов. Она очень вариабельна не только среди разных пациентов, но и у одного и того же пациента с течением времени симптомы могут меняться. А периоды обострения очень часто сменяются стойкими ремиссиями, что и приводит нередко к более такой диагностике не вовремя данного заболевания. Тобто людині для того, щоб його щось турбувало і щоб звернутися до лікаря, треба, щоб щось сталося таке, от, не знаю, чи втрата зору, наприклад, чи оніміння, чи можливо, неможливість підняти руку чи ногу, так? Да, і тільки тоді. Ви абсолютно праві, дуже часто так і відбувається. І так як перші симптоми, вони транзиторні, тобто вони внезапно з'являються і внезапно зникають, і дуже часто пацієнти просто не звертають на це увагу. Наприклад, у чоловіка за туманенностью перед глазами, да, или перед одним глазом, она длится двое суток, пациент не обращается к врачу, и симптомы сами нивелируются, и, в общем-то, пациент не подозревает о том, что это может быть дебютом данного заболевания. Это очень характерно для славянских стран, на самом деле, потому что у нас в целом люди не привыкли жаловаться и не привыкли тратить столько времени на себя, как это происходит в ряде западных культур. І це от така особливість наша. Так, справді, скаржитись, ми багато чого пережили, скаржитись не звикли, але треба все ж навчитися і цьому приділяти достатню увагу, аби зрозуміти, що з вами щось не так і може бути наслідок. А наслідок невтішний тоді, коли ви нічого з цим не робите. А якщо пройшло, ну і добре, так, залишились на місці і, можливо, воно повернеться. Повернеться вже з більшою силою. Ось тоді справді стається, ну, не будемо говорити про це, тому що не хочеться, але так буває. Да, я абсолютно согласен, и так бывает, и очень часто именно так и происходит. Ведь упущенное время приводит к тому, что так или иначе человек может получить инвалидизацию. Да, это происходит не сразу. Да, есть промежуток достаточно большой, который, если не заниматься данной болезнью, не лечить, не консультироваться со специалистами в этом вопросе, так может произойти. Среднее время от появления первых симптомов до ограничений жизнедеятельности в виде инвалидного кресла в Украине составляет в среднем 10 лет. Это очень маленький срок. И связано это в том числе с тем, что люди обращаются нередко не вовремя или не хотят лечиться. И если, допустим, 10 лет назад и более данное заболевание несло, ну, прямую такую значительную угрозу, по крайней мере, в реалиях нашей страны, то на сегодня это уже совершенно не так. Это уже не приговор. На сегодня мы имеем множество опций по лечению данного заболевания. И абсолютное большинство препаратов, которые эффективно лечат данное заболевание, представлены в Украине. В том числе в рамках государственных программ. И в этом году государственная программа покрывает абсолютную
часть потребности населення України, людей, які страдають даним заболіванням. Тобто варіанти є, лікуватись можна, головне це хотіти і бажати це робити. А люди на що сподіваються? Що буде... Вот это очень интересный вопрос, я вам очень благодарен за него. На самом деле люди надеются на то, что вдруг это само пройдет. Люди надеются, вдруг, ну, не угадали, да, диагноз не тот, вдруг ошиблись. Угу. Это ложные надежды. Любой человек должен иметь надежду. Надежда дает силы бороться, надежда дает силы жить, надежда дает силы, в общем-то, функционировать абсолютно нормально и жить абсолютно нормальной жизнью. Но ложные надежды приводят к ложным решениям. И очень часто пациенты, принимая, собственно, эти ложные решения, приводят к тому, что они теряют самое ценное. Самое ценное – это время. Упущенное время вернуть невозможно. В медицине есть такое понятие «time is brain», то есть мозг – это время. И именно упущенное время не дает возможность использовать те опции, которые есть на сегодня, в том числе в нашей стране. Діагностика, наскільки зараз вона є точною в Україні, в нашому місті, от про це теж хотілося б поговорити. І якщо люди прийшли, наприклад, з проблемою втрати зору, наприклад, так? Частковою, то чи можуть вони сподіватися, що їх перенаправлять вірно і що вони будуть діагностовані правильно? На самом деле диагностические опции в пределах Украины и особенно в пределах Днепра, они на сегодня очень расширились. Как вы знаете, ну, наверное, возможно, слышали, диагностика данного заболевания основана не только на клинических проявлениях, ведь их количество очень много, они варьируют, и они могут маскировать и другие заболевания. Она основывается на данных и дополнительных методах обследования. Таким методом, основным, но не единственным, служит МРТ, магнитно-резонансный томограф. В Днепропетровске количество МРТ-машин, оно, ну, впечатляет, и оно, наверное, соизмеримо с рядом больших европейских городов. Да, не все они государственные, не все они проводятся на бесплатной основе, но, тем не менее, есть аппараты, например, в областном центре рассеянного склероза на базе легендарной больницы Мечника у нас 2 аппарата, и в плановом порядке все пациенты могут получить это обследование. Это не острое состояние, поэтому необходимо необходимости провести его здесь и сейчас, вот прям сию и минуту, ну, такая необходимость не всегда есть. Поэтому нужно понимать, что, возможно, придется сделать через неделю, через 2, через 3, но, тем не менее, эта опция есть. Касательно офтальмологов. Да, офтальмологи насторожены, потому что одно из проявлений – внезапная потеря зрения или снижение зрения, особенно монокулярного типа, то есть на один глаз. Это может быть одним из симптомов рассеянного склероза. В том числе они осматривают глазное дно при побледнении, при наличии специфических характеристик, они могут тоже направить к невропатологу при необходимости. Диагноз устанавливает невролог, это узкий специалист. Диагноз устанавливается во всем мире согласно единых критериев. Они были представлены в журнале «Неврология». Это легендарный американский журнал в 2017 году и учитывают все современные достижения диагностики этого заболевания. З приводу віку, в якому віці найчастіше трапляються випадки ось рассеянного склерозу, чи можуть страждати хтось більше, там, наприклад, жінки чи чоловіки, ось яка статистика? Согласно статистике, наиболее уязвимыми категориями по возрасту среди населения являются молодые люди. Это возраст 20, 30 до 40 лет. На их долю приходится 60, некоторые авторы указывают до 70% всех случаев. Несколько помолодел рассеянный склероз в последнее время, и, к сожалению, среди деток тоже встречаются случаи рассеянного склероза. А с чем связано такое молодшение? На самом деле никто не знает. Возможно, это генетические нарушения, возможно, это окружающая среда, возможно, это вирусное заболевание. Так или иначе, несмотря на то, что Шарко описал, как мы уже говорили, в 1868 году, причины рассеянного склероза остаются неизвестными. Мы знаем факторы риска развития рассеянного склероза, но мы не знаем истинных причин. Одно мы знаем точно – это аутоиммунное заболевание. То есть сам организм вырабатывает аутоантитела против белка миелин. Миелин – это белок, который покрывает большинство, ну не все, но большинство нервных волокон. И вследствие поражения миелина происходит нарушение передачи нервного импульса, что и приводит к развитию клинической картины.
Так, ну насправді, знаєте, от така невтішна ситуація, і тим більше, якщо в Україні люди пізно звертаються, то взагалі все це разом призводить до дуже такої поганої статистики. Так, да, так і є, тому що по статистиці, якщо в світі насчитується около 3 мільйонів пацієнтів, то по даним офіційної статистики в Україні около 20 тисяч. Но ми географічно розположені в зоні, де очікуване середнє кількість пацієнтів – це 30 на 100 тисяч населення в год. То есть, как минимум, половина пациентов у нас не попадает в официальную статистику. Это связано с нежеланием обращаться, с нежеланием лечиться, ну и, будем говорить, не всегда с адекватной постановкой диагноза в ряде медицинских учреждений. Такое тоже бывает. И есть такой принцип – медицина любит второе мнение. Если вы сомневаетесь, обратитесь в другую больницу. Это нормальный принцип, и все современные врачи его полностью поддерживают. Быть лучше можно в определенной области, но нельзя быть лучшим во всех областях медицины, учитывая темпы развития этой науки. Поэтому, если пацієнт сумнівається, він завжди може обратитися в другий медицинський центр. От зараз ми хотіли б поговорити про саме лікування, так? Окрім медикаментозного, чи є ще допоміжні заходи, які треба людині зробити для того, щоб скоріше стати на ноги? Конечно, само лечение направлено на предотвращение обострений и или прогрессирования заболевания, потому что, к сожалению, рассеянный склероз на сегодня рассматривается как хроническое неизлечимое заболевание. Но, тем не менее, рассеянный склероз, подчеркиваю, это не приговор. По сути, на сегодня это скорее образ жизни. А что включает в себя лечение? Конечно, болезнь-модифицирующее лечение направлено на предотвращение обострений, собственно, заболеваний или прогрессирования, то есть нарастание симптомов или появление новых симптомов. Это один тип лечения. Все же, несмотря на лечение, обострения периодически могут случаться. В этом случае мы используем лечение, направленное, ситуационное лечение, направленное на обострение. Но кроме этого, конечно, лечение включает в себя психологическую поддержку, лечебную физкультуру и нормализацию так называемого образа жизни, потому что качество жизни пациентов с рассеянным склерозом на сегодня может не отличаться от общей популяции. Но для этого нужна поддержка родных, близких и врача. Именно командный подход, командный дух помогает нам достигать тех результатов, которые на сегодня уже мы наблюдаем за время работы в нашем центре рассеянного склероза. Пане Олександре, вам довелось побувати в багатьох клініках ось світу, і ви можете зробити вже висновки, де лікують так, можливо, десь інакше, можливо, є якісь варіанти, які вам вдалось запровадити тут у нас. Спасибо за вопрос. На самом деле, да, мне довелось побывать в ряде клиник Европы. Это была Австрия, это была Германия, это была Италия, Португалия. Мне удалось побывать в США, в Майами, в очень известном, известной клинике. Хочу обратить внимание на подходы в Европе у нас, и в США, и у нас. В США все строго регламентировано гайдлайнами, которые одобрены на территории США и рекомендованы Американской академией неврологии. В Европе тоже лечение проводится по гайдлайнам, руководством, строго по буквам так называемого руководства. В Украине до недавнего времени лечение было свободным, и все упиралось в опыт врача. На сегодня стратегически было принято решение адаптировать наше лечение к европейским и или американским нормам. Лично мне ближе европейский подход, он более мягкий. Американский более агрессивный подход, он не всегда применим в наших условиях, но в целом те опции лечения, которые представлены в европейском гайдлайне по лечению рассеянного склероза, есть и у нас. Вопрос в чем? Вопрос, конечно, в специализированных центрах по оказанию помощи больным с рассеянным склерозом. Их у нас не так много в стране, но в Днепре есть как минимум 2 центра для лечения рассеянного склероза, в областной больнице, в 5-й больнице бывшей. Ну и остальные стационары тоже достаточно легко и эффективно лечат у нас. Но тут нужно еще желание самого
пациента. То есть так, отрицание болезни ни к чему не ведет. Чем раньше мы начинаем, тем лучше эффект. Ну от каже, так, 85% це ви. Це ваше здоров'я і те, що ви можете зробити для себе, для на його покращення. 15% залишають лише на ліки, на лікаря. І якщо це все буде разом, то тільки тоді буде 100%. Это, я абсолютно согласен. Командний дух, це приводить к колосальним результатам, к волшебним результатам. Ну і наостанок хочеться почути якусь дуже позитивну історію. Якщо ви, пане Олександре, розкажете, то люди будуть розуміти, що треба зробити в першу чергу. Ну, за ті роки моєї роботи в центрі розсіяного склероза на кафедрі неврології в больниці Мечникова, я можу гордитися тим, що у нас вже є свій, так називаємо, ми між собою називаємо дитячий сад. То есть, несмотря на то, что пациентки страдают рассеянным склерозом или пациенты, они могут иметь детей. И те постулаты, что рассеянный склероз заставляет пациента отказаться от этой опции, от этого права, это неправда на самом деле. Да, есть ряд ограничений, да, это нужно прорабатывать с врачом, но очень часто пациентки, которые в стойкой ремиссии, рожают ребеночка, присылают нам фото, это, наверное, это вот наибольшее счастье. Да, видеть то, что сила духа и сила медицины способны творить такие чудеса. Я вам дуже дякую, пане Олександре. І добре, що ви привели саме цей приклад, тому що він розвіює усі сумніви. І знаючи це, ми розуміємо, що треба жити ефективно, якісно, треба користуватися усім, що є в нашій природі. І пам'ятайте тоді... времени. Время – самый большой ресурс. Так, ми будемо задоволені життям, будемо знати, що ми не дарма зібралися тут, так? Тож дякую вам. Спасибо. Справді вам. Хочеться, щоб люди зверталися вчасно до лікарів. Якщо щось турбує, то треба не залишати цю справу, а дуже швидко йти до будь-якого лікаря, а далі вас вже перенаправлять. Тож дякую вам, спасибо дякуємо вам. Обласному центрові громадського здоров'я за підтримку у створенні цієї програми. І зустрінемось за декілька хвилин.